визу войны. Я пытался, вы подождал, так как документы были в порядке. Полгода это идет, давление. Ну, к сожалению, мне никто не представил, я не могу вам назвать их имена. Кроме того, такое импровизированное имя – Георгий. Геннадий, Георгий и все. Но я знаю, кто эти люди, я их в лицо знаю, могу показать, где они работают, где я встречался, я все могу, я обязан это сделать. Они хотели, чтобы я дал показания. По их данным это их показания, по моим данным это ложные показания, и все. За что мне предлагали? Одели Алапанкури. Что я якобы знаю, что такие-то люди являются организаторами, исполнителями этого инцидента. Я как будто, получается, там и участвовал, все это знаю. Но я как бы втягивался в не в нужную мне игру.